Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу сделать видео для вас о том, что у меня находится передо мной на туалетном столике. Вы неоднократно меня спрашивали о том, как я храню свою косметику. У меня на канале есть видео о том, как я храню косметику. Я их делала несколько лет назад. С какой-то периодичностью я их делаю. Сейчас видео, которое показывает все хранение косметики, я делать не буду, а расскажу небольшую часть о том, что вот стоит не в ящичках, не в коробочках, а именно вот прямо передо мной на туалетном столике открытое то, чем я пользуюсь и почему оно стоит открытым. И давайте начнем с первого. Первое, здесь стоит моя косметичка, потому что сейчас я ее с собой никуда не ношу. Там лежат всякие вещи, которые я обычно использую на работе. Потом стоит вот такая вот косметичка с блесками для губ, потому что больше они мне уже никуда не помещаются, кроме как отдельно в косметичке хранить. Дальше лежит вот такая вот пробник помадок Givenchy Le Rouge Liquid. Мне, помню, здесь очень нравится роз-фланель оттенок. Остальные два красные. Ну, просто лежит картоночка пробников. Дальше. А масло для бровей и ресниц от DNC лежит. Я его купила до того, как сделала татуаж бровей. И вот оно так и лежит. Не очень мне понравилось, потому что я наносила его на ночь на брови и ресницы. И я сплю в маске для сна тканевой. И оно не впитывается, остается. И потом, ну, в общем, не очень приятно. Буду его, скорее всего, использовать на волосы, на корни волос на голове. Вот, думаю о таком его применении перед мытьем. А дальше лежит база под тушь от Evelyn, сыворотка Advanced Volume, моя, одна из моих любимых. Дальше белый карандаш для слизистой от Alverde, Kajal Eyeliner 07 Pearly White. Дальше консилер, который я использую вокруг носа, на лицо, от Kat Von D, Locket Concealer в оттенке L5 Neutral. Дальше лежит моя любимая тушь от L'Etoile Femme Fatale. Дальше тушь, которую я использовала на верхней реснице, но сейчас уже использую только на нижней. Вот не знаю, она еще годна вполне. Это Wet n Wild Mega Lens тушь. Неплохая тушь, мне понравилась. Дальше лежит консилер от Revolution, такой вот в ручке, похожий на Yves Saint Laurent Touch Eclat. Он у меня в оттенке Ivory. Дальше консилер от Belle антибактериальный в оттенке А1. Его здесь осталось уже совсем чуть-чуть. Использую его на какие-то прыщики и воспаления, если нужно замаскировать. Потом сверху еще один более плотный консилер. Дальше лежит там Concealer Correct Duo от MAC. Такой вот желтый и розовый у него. Два окончания. Желтым я пользовалась довольно много, розовым меньше. Он кажется очень маленьким, но очень экономичный. Хватает его очень надолго. У меня в оттенке Pale Pink. Дальше Smashbox, как-то осветлитель оттенка под глазами, сверкающий вот такой вот. Он не то чтобы очень осветляет, он скорее такое дает что-то такое розоватое свечение. Чтобы показать. Видите, он не осветляет, а точнее даже, наверное, дает какое-то просто свечей, но он хорошо очень распределяется, и поэтому никакого потемнения тоже не дает. Такое легкое сияние придает под глазами. Дальше карандаш для бровей. Я снова начала пользоваться карандашами для бровей. Anastasia Beverly Hills Brow Viz в оттенке Medium Brown. Он мне казался светловат, когда я сама рисовала себе брови. Сейчас по новым бровям он идеален. А лежит остаток карандаша, который нужно доиспользовать. Не знаю как, но как-нибудь, наверное, доиспользую, от Lancome 030 Brun. Очень темный сейчас для меня будет. Но... подводка для глаз от Vivienne Saba Cabaret Premier миниатюра. Блин, половинчатый какой-то вариант был, какой-то из коробочек. Отсыпант пудры от Revolution в оттенке Translucent, который я закрепляю консилер под глазами, чтобы удобно было пользоваться. Вот такой вот он у меня travel баночки из travel набора. Кисточкой прямо туда и потом под глаза, и досыпаю по мере надобности. Дальше здесь два консилера от Vivienne Saba Bonjour Beauté в оттенках 01 и 02. Мои новинки, я недавно о них делала видео. Дальше
Праймер и Ла Маска миниатюра. Гидра Вейл. Увлажняющий гель. Надо его использовать. У меня здесь лежит несколько праймеров, которые вот я думаю, что надо использовать. Единственное, что напишите мне в комментариях. Я затрудняюсь в том, в какой последовательности использовать солнцезащитное средство и праймер. Наверное, зависит от структуры праймера. У меня есть жидкий праймер. Его, как бы, наверное, лучше под солнцезащитное средство, а более плотное, вот как вот этот, можно и на солнцезащитное средство. В общем, напишите мне в комментариях, как вы используете, буду очень рада. А дальше еще один праймер, миниатюра Too Faced Prime and Peachy, матирующий. Дальше блеск для губ от Chanel 194 Crazy Fuchsia. Такой вот. Купила его как-то по ошибке, думала, это нейтральный оттенок, не открыла коробочку, не посмотрела на распродаже. Вот вуаль. Но достался вот такой, пытаюсь использовать. Дальше то, что у меня сейчас на губах, это масло от Yves Saint Laurent, вот такое вот, это Volupté Tinted Oil номер 5. Оно выглядит прозрачным, когда вы его достаете. Здесь только аппликатор сам по себе розовый, но потом губы становятся вот такими вот яркими. Дальше увеличивающее средство для губ, бальзам для губ от Skin Chemist Rose Quartz. Охлаждающее средство, пахнет мятой. Не очень его люблю, но, может быть, использую. Нашла, достала. Дальше нужно закончить миниатюру блеска для губ Anastasia Beverly Hills или жидкой помады, скорее, в оттенке Toffee. Нет, это блеск для губ. Такая миниатюрка. Дальше помада блеск для губ от La Toile. Она уже давно не продается. Rouge Desire 314 Libido. Очень красивый оттенок, приятный запах. Ей уже много лет, но запах сохранился, помада не испортилась, все в порядке. Немножко пугает, но и радует тоже. Дальше пудра от Lancôme, рассыпчатая пудра Majeure Excellence 01 Translucent. Здесь огромное количество пудры, очень светлый. Когда я ее наношу, моя кожа становится немножко даже светлее еще. Для светлокожих очень хорошо подойдет. И она довольно увлажняющая, не сушащая пудра. Но из-за этого она не очень хорошо и держит макияж тоже. Дальше такой вот сама сборный наборчик от Art Deco для бровей. Здесь два оттенка под бровь и один я сейчас оставила только оттенок для бровей. Не очень мне нравятся эти пудрочки для бровей. Плохо держатся на бровях, плохо держат карандаш. Но вот оттенки под бровь, белые и такой телесного оттенка, очень хороши. Пытаюсь их использовать. И очень хороший дорожный набор из этого всего получается. Румяна, которые я заканчиваю, кремовые от Chanel. Вы их видите, наверное, всех моих последних видео, 64 Inspiration. Потихонечку иду к цели. Уже осталось совсем немножко. Дальше кремовые румяна, которые тоже буду заканчивать. Я их время от времени достаю и стараюсь заканчивать. А от Clarins в оттенке 02 Candy. Это очень удобно брать с собой, потому что упаковочка очень маленькая и гораздо более крепкая, чем Chanel. Chanel упаковки мне почему-то все ломаются. Очень плохие упаковки. Пудра от Essence Brighten Up Banana Powder. Вторая у меня уже такая, первую использовала. У нее тоже сломалась упаковка, как у Chanel. То есть упаковки Essence, упаковки Chanel для меня примерно вот на одном уровне по крепкости. Дальше пудра Chanel Vita Lumière в оттенке 20. Пытаюсь ее доиспользовать, здесь там немножко осталось. Очень удобная пудра, SPF 15 у нее. Зимой вот отлично шла вместо крема с SPF. Обожаю запах пудры от Chanel. Здесь такая вот удобная упаковка. Потом посмотрю, если можно будет ее использовать для других пудр. Буду использовать, оставлю, когда закончу пудру. Дальше вот в такой вот дорожной баночке у меня смесь пудры. Когда у меня заканчивается какая-то пудра, компактная, например, и остается только совсем по краю, где уже не достать никак. Кисточка неудобно. Я ее отскребаю деревянной палочкой для отодвигания кутикулы, измельчаю и отсыпаю в такую баночку. Здесь смесь уже различных пудр лежит. Вот можно видеть, что здесь есть неизмельченные даже кусочки. По-моему, это как раз вот от Essence. Здесь уже такая смесь пудр образовалась различных. Но затем это можно использовать как просто пудру уже для лица. Пудра, которую я использую, когда использую тушь, чтобы припудрить нижние веки, чтобы не отпечатывалась тушь Too Faced Born This Way миниатюра.
Пудра, которую я использую, когда у меня очень темные синяки под глазами, мне нужно немножко подсветить эту часть. Это Fenty Beauty Butter Pro Filter миниатюра. Она мне светлая. Подумала о том, чтобы купить бананом оттенок. Дальше здесь такое вот масло чайного дерева для нанесения на какие-то воспаления, прыщики. Основа от Fenty Beauty миниатюра Pro Filter матовая, матирующая. Купила ее случайно. Очень хорошо продлевает стойкость макияжа. База под макияж это. Дальше база очень жидкая. Вот это скорее такая увлажняющая база, которую, я думаю, нужно наносить под солнцезащитное средство, потому что она более жидкая, чем солнцезащитное средство. Smashbox Photo Finish Primerizer. Праймер и увлажняющий крем 2 в 1. Неплохой у него такой расход, так что я думаю, я его смогу закончить. Ментиариты, которыми я пользовалась в последнее время, вот такая вот лимитка в золотой баночке. Это Gold Pearl. Здесь уже не пуховка, а просто какая-то. Так вот они выглядят. Чуть более темные, чем мои любимые ментиариты, светлые. Ну, это скорее как двоечка, наверное, в постоянке. Чуть более темные, в общем. Это я готовлюсь к лету уже. Достала такие более темные ментиариты. Дальше консилер Essence Camouflage, который нужно закончить, если бы немножко осталось. Консилер H&M. Камуфляж в оттенке 10. H&M консилер Flawless консилер в оттенке Alabaster. Кстати говоря, тут я смотрела видео, показывали новые консилеры от Pat McGrath, известного визажиста. У него очень дорогая линейка косметики. Они выглядели точно так же, как вот эти. Там показывали, как это, как выглядит. Там только аппликатор немножко другой. Он как у Fenty, сейчас вам покажу. А так выглядит точно так же, и даже оттенки точно такие же. В общем, это очень интересно. Как раз дальше стоит Fenty консилер в оттенке 105. Такой вот аппликатор у него. Или там был треугольный аппликатор? Нет, там был треугольный аппликатор. Дальше Wet n Wild консилер в оттенке Fair Beige. Таким вот он уже аппликатором, немножко другим. Дальше солнцезащитная миниатюра Biore SPF 50. Думаю, ее куплю в полном размере на это лето. Мне очень понравилось. Миниатюра крема увлажняющего от Shiseido Vaso SPF 30. Не куплю, не впечатлилась как-то. Миниатюра Lancaster Sun Perfect Infinite Glow 50. Или Infinite Glow. Тоже не особо впечатлилась. По текстуре именно. База еще одна от Fab First Aid Beauty. Coconut Skin. Это увлажняющий крем скорее. Тоже основа, тоже база под макияж, увлажняющий крем 2 в 1. Тоже не очень нравится, но стоит. Тональный крем, которым я пользуюсь в последнее время, EX1 Invisivia. Идеально мне подходит по оттенку 1.0. Оттенок, видите, я уже тоже буду заканчивать потихонечку. И лежит такая вот бронзирующая кисточка от The Body Shop Honey Bronze. Такая рассыпчатая золотистая пудра. Лежит запасной вариант SPF Arboreal CC Red Correct. Это немножечко с оттенком SPF. SPF здесь 25. А в городе как раз то, что надо. И немножечко вещей, которые я хочу в ближайшее время обязательно попробовать. Это Shiseido Uplifting Confirming Cream. Это Natura Siberica Aqua Gel. Тоже крем для лица. Это Estee Lauder Double Wear Nude Cushion. По-моему, он уже выведен из ассортимента, но у меня все еще есть пробник. Estee Lauder Double Wear тональный крем. Vichy Lift Active ночной крем. И парфюм Loewe Solo Origami. Вот эти средства, которые в ближайшее время хочется попробовать. Тоже у меня здесь лежат. Ну, еще точилка. Для карандашей. Все это, все, что лежит у меня на столе. Еще есть бальзамы для губ, но ватные палочки, но это уже не столь интересно, я думаю. Вот, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, это вас отвлекло, развлекло. Не забудьте подписаться на мой канал, если хотите увидеть больше видео, не забудьте проверить все остальные мои видео.
Не забудьте оставить комментарии, лайки, и увидимся в моих следующих видео обязательно.